Привет! Привет! Сегодня мы открываем Макси Миньоны! Мы открываем Kinder Maxi Миньоны! Дай их покажу ближе! Вот такие у нас сегодня два сюрприза! Макси, Kinder Maxi вот такой двухглазый миньон и такой вот одноглазый! Гадкий я! Пошли! Открываем! Ты не знаешь, что там? Не знаю! Хочу... чтобы какой-то был миньон, игрушка. Игрушка какая-то, чтобы было. Ну да. Всяких там карточек у нас тоже хватает. Няма. О, какая-то игрушка. Там попался какой-то миньон. Красит. А ну покажи. Красит. Ух ты, в таких очках. А ну бумажку. Это для ног, наверное. А так, для ног. А это что? Непонятно. О, я вижу, а ну-ка, что он делает. Создает просто. Итак, вот он миньон. Вот он миньон. Вот что у нас должно получиться. Это он просто стоит и смотрит на вращающиеся круги. Так, и голова у него идет кругом, и глаза тоже. Я маленький кусочек. Хорошо. Так, вот инструкция, что надо делать. Так, взять, прилепить наклейки, запустить. Ага, надо закрутить, эту, чтобы оно крутилось. И смотреть на него. Окей. Где наши наклейки? Вот. Давай. Вот наши наклейки. Как? Это... А, да, вот эти получается на очки и большая на круг. Ну, сейчас будем что-то там пробовать. Есть. Звездочки на очки. Звездочки на очки, правильно. Миньону уже наклеили глаза, очки, и у него получаются вот такие вот они. Еще и опускаются на глаза. Прикол. Вот наш миньон смотрит в очках на вот такую штуку. Смотрит, и у него аж самого в глазах тоже круги такие появляются. Ну, в общем, вот такой вот миньон. Открывает, закрывает. Вот, очки опускаются, поднимаются. Можешь брать. Прикольный, да? Да. Стой. Да, не хочется. Класс? Да. Открываем дальше? Да. Давай. Митиком. Ну, зачем забрал? Чтобы видно было, давай. Митиком. Так, один миньон есть. Смотрим, что нам попадется во втором яйце. Няма. Что тут в капсуле? А ну-ка. Макс. Тяжело открывается. Да. О, тут у нас домино. Домино? Да. С корпорацией монстров. Не, не с монстров, домино с миньонами. В общем, тут нам попалось домино с миньонами, синими и желтыми. И, в общем, такой вот вкладыш. Давай открывать? Да. Оно в такой вот коробочке. О, такие вот доминошки. Ага. А, они еще все склеены. О, пока они тут гармошкой, получается, все сложены. Так, и что мы видим? Мы видим, что тут бывает. Такой вот... А, они разные, да? Двухглазый, с такой прической, с такой одноглазый. Синих куча разных. Ну, в общем, такое вот домино. О, оно... отдирается. Да, они, получается, чтобы играть, их надо порасрывать. Их надо поразбирать.
И можно играть в домино. О, какая-то картинка. Вот получается у меня. Ну что, варим? Дай посмотрю. Смотрите. Ой, нет. Все, домино готово, можно играть. Домино у меня не готово. Не готово у тебя? Да. Вот как-то так будем играть. Камакан, камакан. Чпок. Чпок. Боку-боку-боку-боку. Боку. Боку стоит и крутится. Чпок. Суби придумав. Как-то так. Всем пока. Пока-пока. Чтоб не попалось.